О значимости Наринмарского объединенного авиаотряда сегодня знает каждый. Без единственного в Ненецком округе авиапредприятия едва ли можно представить полноценную жизнь в регионе. Пассажирские и грузовые рейсы в отдаленные села и деревушки Заполярья. Работа на нефтяных месторождениях и на арктическом шельфе. Выполнение полетов для санитарной авиации. За всем этим стоит огромное количество специалистов из дружной авиационной семьи. В следующем материале мы расскажем лишь малую часть истории тех людей, которые связали свою жизнь с небом. Слово Алине Выучейской. Ранним утром, когда город только просыпается, на зимней стоянке Ан-2 вовсю кипит аэродромная жизнь. Авиатехники начинают готовить крылатых красавцев к вылету. Ни один самолет не уйдет в рейс, пока не будут проверены все механизмы и системы, будь то закрылки, винты, лыжи или радиоэлектроника. Готовится к полету воздушное судно с последующим запуском двигателей. Далее оформляется документация, заправка воздушного судна горюче-смазочными материалами. Юрий Хабаров поочередно осматривает каждую «Аннушку». Задача инженера по эксплуатации авиационного и радиоэлектронного оборудования – убедиться в исправности систем управления самолетом и радиосвязи. В небо Юрий не рвется. Ему больше по душе обеспечивать безопасность полетов на земле. Работал я авиатехником 4 года. На должности инженера уже год тружусь. С детства хотел работать в авиации. Выбрал техническую сферу. Вот. Отучился в колледже, поступил в университет, закончил и до сих пор тружусь в авиаотряде. Контрольное опробование работы силовых установок, системы и оборудования в авиационном языке называется гонкой двигателей. Инженерно-технический состав проверяют, фиксируют обороты турбин, температуру выходящих газов, расход топлива на различных режимах. Убедившись, что все исправно, техники докладывают о готовности самолетов к вылету. Загрузки запиши 24533. 12 пассажиров, 226. Оперативная информация по выполнению полетов концентрируется в производственно-диспетчерской службе, ПДСП «Сердце аэропорта». Здесь генерируются все задачи, необходимые для бесперебойной работы воздушной гавани. Например, ни один самолет или вертолет не взлетит, пока в зональный центр не будет направлен план полетов. Эта обязанность возложена на плечи Анастасии Чупровой. Девушка в гражданской авиации работает третий год. За это время в свое дело влюбилась окончательно и бесповоротно. Раньше я была далека от нее, а сейчас мне эта сфера очень сильно нравится. Ну, у вас очень красивый кабинет с очень красивым видом. Расскажите, успеваете ли полюбоваться на самолет? Да, постоянно. Мы всегда следим за взлетами, за посадками и любуемся этой красотой. Экипажи тем временем готовятся к рейсам. Получив разрешение от медика, пилоты отправляются в метеослужбу узнавать, летная ли погода. Куда вот идти, в какое направление, везде распределяются низенские зоны, усинские, метеоквадраты так называемые, усинские. То есть в какую сторону мы летим, мы уже изучаем прогнозы, ну и фактически смотрим погоду. А как часто обновляются прогнозы? Каждые 3 часа аэродрому и через 6 часов по площадям прогнозы. И все погоды с периферии по площадкам мы все выдаем. С 8 часов начинают работать. И по аэродромам, которые Архангельск, Наринмар, Варандей, там все эти мы бьем с компьютера, нам поступают по системе. Все это выдаем экипажам по запросу. Сергей Личутин сегодня в резерве. Полетов в плане нет. Самое время заняться бумажной работой, а ее предостаточно. Составить планы тренировок и учебы, заполнить различные отчеты, хотя больше по душе командиру эскадрильи Ан-2, конечно же, летать. Сергей вырос в авиационной семье, поэтому в небо тянуло с детства. О большой авиации мечтал когда-то, но крайний север, что говорится, затянул. Поэтому уходить на Боинг или Аэрбас не планирует. В основном на Боингах летают операторы, не пилоты. У них все автоматизировано. А на Ан-2 у нас нету ни автопилота, мы все вручную летаем. И получается как бы и на низких высотах. То есть мы всю красоту нашей тундры, все это наблюдаем. Они же высоко под облаками там идут, им ничего не видно. Первый борт отправляется в небо в 8:40. Он доставит пассажиров на запад Ненецкого округа, в Несь и Шойно. Всего же в плане на сегодня 3 рейса на Ан-2. Рабочие лошадки крайнего севера закрывают практически все направления по местным воздушным линиям.
«Аннушка» вообще легендарный самолет. Биплан встал на крыло еще в 1947 году. За время эксплуатации крылатая машина стала самым массовым самолетом в истории авиации. Было выпущено более 18 тысяч экземпляров. Кроме того, Ан-2 внесен в Книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире самолет, выпускаемый более 60 лет подряд. Неприхотливая, но очень надежная машина сегодня используется в 30 странах мира. А еще «Аннушку» в авиационных кругах прозвали учебной партой для начинающих пилотов. В этом экипаже, выполнившем рейс в Хорту и Харивер, начинающий пилот Павел Крючков. Путь в авиацию у молодого человека довольно интересный. Получив образование языковеда, Павел сначала работал в аэропорту Шереметьево, затем устроился бортпроводником в авиакомпанию «Аэрофлот». Побывал во многих странах и континентах, а потом решил поменять работу в салоне на кабину пилотов. Окончив САСовское летное училище, Павел решил ехать на крайний север. У меня дедушка служил на Новой Земле. Как бы север меня всегда очень привлекал. Я там из Петербурга, это тоже север, не такой, конечно, как и здесь север. Но вот я недавно сюда пришел, мне здесь очень нравится. Я переучился на самолет Ан-2, и как бы очень много ярких впечатлений. Вот сегодня в Хорту летали. Новое для меня направление. Очень интересно. А зам воздухоплавания Павла обучает Алексей Табалов. Опытнейший пилот-инструктор в небе с 1993 года. Летал во втором архангельском авиаотряде, а полтора года назад перевелся в Нарьинмар. В высоких широтах Алексей нашел свою романтику. Летаем же в такие удаленные населенные пункты, во-первых. И во-вторых, им добраться зачастую, кроме как Ан-2, не на чем, поэтому или вертолетом. Поэтому к летчикам, я считаю, таких в населенных пунктах немножко другое отношение. Везде пустят переночевать, накормят. Ну, с добром относятся, с пониманием, можно так сказать. Особенно в маленьких населенных пунктах, деревнях, они понимают, что как бы мы им помогаем в чем-то, а не нам. Заполярные авиаторы сегодня выполняют не одну важную миссию. Пассажирские перевозки, доставка почты и грузов, работа на нефтяных промыслах и, конечно, спасение жизни северян. Даже в такое сложное время, как пандемия, здесь, в Арктике, у связанных с авиацией людей работы более чем достаточно. За выполнением авиаперевозок стоит огромное количество профессионалов. Авиатехники и инженеры, аэродромная служба и водители спецтранспорта, электрики и грузчики, агенты перевозок и представители авиакомпаний, диспетчеры и служба авиационной безопасности. Все они 9 февраля принимают поздравления с профессиональным праздником и остаются на боевом посту, чтобы самолеты и вертолеты летали. Алина Вучейская, Антон Водряков, телеканал «Север».